Тезяхао, меня зовут Денис. Четвертое упражнение – жим вверх. Выполняем от 10 до 20 раз. Первый вариант – стоя. При сгибании руки отводим лопатку максимально назад, а при выпрямлении руки небольшое движение корпусом вперед. Упражнение развивает дельтовидные мышцы. Является основным при лечении плечо-лопаточного периартрита. Выполняется даже при наличии боли в плече, через боль и треск в суставе. Начинать следует с самых легких весов, постепенно увеличивая вес нагрузки, либо количество повторений. Используется это упражнение и при головных болях, и остеохондрозе шейного отдела позвоночника, с грыжами и без. Второй вариант для физически ослабленных людей, а также при остеопорозе или сильных болях в спине. Упражнение можно выполнять лежа, используя резиновые жгуты или легкие гантели. При поочередном разгибании рук в работу включаются еще и мышцы спины. Thank you.